Здравствуйте, с вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Мы часто вспоминаем великих певцов прошлого, забывая в суете, что и сегодня на оперных сценах мира царят великие певцы настоящего. Престиж их в музыкальном сообществе огромен, а одно имя на афише обеспечивает успех постановки. Сегодня у меня в гостях примадонна мировой оперы Виолетта Урмана. Здравствуйте, Виолетта. Где-то вы говорили, что в детстве попросили родителей купить себе собаку и фортепиано. Да, это правда. Как получилось, что девочка, которая выросла в городе Мариамполе, где не было консерватории, захотела заниматься музыкой? Да просто не знаю, мне хотелось, я уже и не помню, это давно было. Но это было не очень давно. Но я помню, что я хотела фортепиано и собаку, я оба получила. Я сама в детской музыкальной школе, конечно, пела с 7 лет в хоре детском. И, кстати, пела, если не хватало сопранов, я пела сопраном. Если не хватало низких голосов, меня посылали в низкие голоса. Да. Но я пела и в ансамблях, но я никогда не думала, что я потом буду солисткой. То есть у меня не хватало храбрости в то время. Я хотела быть органисткой. С юности вашим кумиром была Мария Каллас. Была и остается. Вот вы помните, когда вы первый раз Каллас услышали? Да-да, мне было где-то 16 лет. И мы нормально ходили. Я тогда еще училась в училище в Каунасе. На фортепиано, конечно. И изучали историю музыки. И чтобы послушать записи, конечно, мы ходили все в библиотеку. Ну вот я пошла в библиотеку, и мы начали как-то там оперы Доницетти или что там было на программе. И я послушала первую оперу, и там было, я думаю, «Лючия де Ламермур» с Марией Каллас, и все. И меня как какая-то инфекция. Ну вы послушали, наверное, на диске? Да. Меня так впечатлило, что я от этого момента я только интересовалась пением и оперой. Скажи, а мне даже рассказали, что у тебя вроде коллекция есть вещей, которые принадлежали Каллас. Расскажи вот молодежи, девушкам, думаю, будет это интересно. Да, это небольшая коллекция, но она есть. То есть мне подарили один человек, который в Штутгарте играл первой скрипкой в оркестре, когда Каллас пела свой концерт. И она ему сделала автограф и подарила один цветок, гвоздику, я думаю. И этот человек так ему нравилось, как я пою, когда он меня услышал, что он мне позвонил как-то, откуда-то он номер получил. И он позвонил мне и прислал, то есть он сказал, у меня есть вот эти вещи, я бы вам хотела подарить. Я, конечно, засушенный цветок, да? Да, засушенный цветок, уже почти такой без цвета. И потом у меня есть друзья в Милане, которые знали Марию Каллас. И у них было очень много вещей Марии Каллас там. И были и серьги, и какие-то домашние ее халаты. Да-да. И разные вещи. И были бигуди тоже. И этот человек мне показал тогда бигуди, и там были еще волосы на этих бигуди. И я так вот, я трогала, может быть, это еще Каллас. Как священная реликвия. Я не могу там гарантировать, но я думала, что это еще был волос Каллас. И потом они все отдали в музей. Каллас-музей. Но вам-то что-то досталось из коллекции? Я говорю, ты же мне сказал, что мне дашь два бигуди. Ну, тогда из музея снова взяли два бигуди, и у меня есть два бигуди Каллас. Но без волос уже. Уже. С позиции певицы, которой ты являешься, которая уже спела на всех практически сценах. Сейчас, когда ты слушаешь записи Каллас, есть у тебя все-таки претензии? Слышишь ты несовершенство? Или по-прежнему закрываешь глаза и любишь, несмотря ни на что?
Да, я раньше, вот когда была просто фаном Каллас, я думала, что у нее и безупречное пение, безупречная техника, и все. У меня сегодня немножко есть на это немножко другое мнение. Но вот я в этот момент получила такое предложение петь «Медею», которая была партией Каллас, конечно. Да. И я снова прослушала некоторых певиц, хороших певиц, и Каллас. У меня там есть где-то 3-4 ее записи «Медеи». И я когда послушала, по экспрессии, по выражению и по драматичности никто не может приблизиться. И даже вокально. И даже вокально. Хорошо. Первый фрагмент сегодня будет музыкальный. Именно Мария Каллас. Опера «Дон Карлос Верди», «Элизабет». Пожалуйста, внимание на экран. Она ведь была Калагерополус. Ты тоже была Урмановичуте. Да. Когда ты поняла, что надо сократить фамилию, чтобы она звучала легче? Сразу, это же ясно. Мне было ясно сразу же. Я уеду в Германию, надо как-то обрезать. Обрезать. И так как я уже читала книги о Каллас, это для меня было само собой разумеется, что надо это сделать. Теперь такой вопрос. Ты являешься феноменом в плане диапазона тесситуры. И вначале ты была признанной вагнеровской певицей в Германии, что непросто. Более того, ты была меццо-сопрано. Потом вдруг оказалось, что как-то наоборот, да, пошло. Обычно у женщин голоса опускаются. Вначале это высокий голос, а потом становится ниже, да? Все наоборот произошло. Как это случилось? Да у меня это уже не в первый раз. Я же начала учить, конечно, Каллас. Женщина-хамелеон. Меццо-сопрано, колоратура, меццо. То есть я, конечно, мечтала быть сопрано, как Мария Каллас, Сазерленд. Ну и у меня был довольно-таки высокий голос, еще выше, чем сегодня. И я начала учиться как сопрано. Четыре первых
лет курса, я, да, и курса я была сопрано, потом поменяла на, не по своей воле, конечно, на колоратурное меццо-сопрано, где я пела верхи сопрано, а низы меццо-сопрано. Но потом поехала в Германию и сразу же решила, что драматическое высокое меццо-сопрано может быть самое лучшее в тот момент. Ну вот и начала карьеру, и 10 лет пела меццо-сопрано. Мимикрировала под меццо. Да, никогда не пела этих самых низких партий, там Ульрику, например. Но Ацучина, Мнерис, и самая лучшая моя была Эболи, конечно, в Дон Карлос. И потом заметила, что голос как-то он снова хочет возвращаться на высоту. И это, конечно, очень такое решение такое опасное даже. А что если вот после 3 лет, когда планируешь 3 года где-то вперед, выйдешь в первый раз на сцену и увидишь, что не можешь. Да? Но это надо было решить, и я решила. И я думаю, что это было решение нормальное в тот момент, и я сейчас уже в 9-м году моей сопрановой карьеры. В твоем одном из твоих редких интервью, где ты сказал, что вот пока я пела меццо, я вообще не знала, что существуют закулисные интриги, что мне казалось, что все так славно живут в театре. И как только я вышла на репертуар сопрано, вдруг выяснилось, что коллеги пытаются все время вставить палки в колеса. Почему? Что вот именно это сопрано такой прям лакомый, такой лакомый репертуар больше, чем меццо? Или тоже, гонорары больше, или что? Наверняка это тоже. Но я так шучу, что когда вот поешь такой репертуар, который, конечно, тяжелый, надо быть всегда свежий, всегда. То есть, может быть, только для меня это так кажется. Становишься немножко такой беспокойной и немножко истерической. И, может быть, это такое свойство сопрано. Но насколько я поняла, что хуже сопрано – это мужчины. Это... Тенора вы хотели сказать? Даже не тенора, а баритоны. Вот это сюрприз, да. Я думаю, это зависит просто от каждого человека, какой он есть. И я, когда начала учиться пению, я увидела, что есть это, вот, что там завидуют. А, это уже спел вот там, это уже там концерт спел, или там в театре что-то сделал. И я увидела, что это какое-то такое очень неприятное чувство закрадывается в мое сердце. И я, окисляет себе, все внутри. Да, я сказала, нет, я о конкуренции не хочу знать ничего. И даже сегодня, может быть, там есть и интриги какие-то. Один сопрано же не может, одно сопрано не может повсюду петь. Всем конечно. Хватит места. Главное, ну, в общем, чтобы мы были, то есть, еще хорошо пели. Вот это самое главное. И этим надо и заниматься в тишине своей комнатки. Сейчас предлагаю послушать как раз фрагмент того периода твоей жизни, когда ты еще была меццо-сопрано, а именно спектакль с Рикардо Мути «Трубадур», где ты поешь Азучену. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok.
Всем бы такое не плохо. Может, надо возвращаться. Не надо. Сейчас хочу предоставить возможность девушкам, юношам задать свои вопросы. Пожалуйста, у кого вопросы? Здравствуйте. Пожалуйста. Вот у вас 10 минут до выхода на оперную сцену. О чем вы думаете? Или что вы делаете? Одна вы, не одна? Очень хотелось бы узнать. Да, в такие моменты, я думаю, мы, если не одни, мы все-таки одни, потому что надо с собой справиться в этот момент перед выходом на сцену. Я не знаю, меня нервы не стали лучше. То есть с карьерой я уже сейчас пою 20 лет, и не стало легче. То есть перед выходом я еще... больше нервничаю, чем раньше. Раньше да, была только ты, а теперь ты и твое имя. Да. Я думаю, так. Да. И потом я поменялась мецо-сопрано на сопрано. Это надо... То есть люди могли бы, может быть, побыстрее сказать, о, смотри, уже напелась. Или что-то нехорошо выйдет. То есть, да, это вот калос. Они должны были иногда просто выбросить на сцену. Она вообще не хотела ходить и петь. Иногда она такая нервозная была. Так что это... Я еще в норме. Так. Но вот... Слава Богу. То есть там иногда и что-то пьешь, что-то... какие-то упражнения, дыхание делаешь. Какие упражнения? Йога, то есть я не занимаюсь йогой, но там есть такие вот упражнения, дыхательные, что, например, даже, чтобы тебе немножко такая вот сила, агрессивность пришла, надо только на через левую сторону, потом задержать, там 8, и потом на 8. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Сейчас хочу, чтобы мы посмотрели фрагмент, когда Виолетта Урмана поет уже сопрановый репертуар. И снова Верди. Амелия Бал-Маскарад, пожалуйста. Oh,
после недавнего концерта в Москве я слышала такую твою шутку. Ты сказала, вообще-то завтра будет не драматическое, а травматическое сопрано. В связи с этим такой вопрос. Взаимоотношения Виолетты Урмана с голосом. Удается ли с ним договариваться? Или он полностью тебя подавляет? Вот ты просыпаешься утром и говоришь ему «Здравствуй, голос!» А голос тебе говорит «Привет!» А у меня сегодня нет настроения. Ну да, это вот как бы кто-то в тебе внутри, там что-то, какая-то персона для себя вот там живет и... Да, делает и бывает, с тобой, что да, хочет. И бывает, да, что там что-то и не понравилось, что ты съела чего-то не то и подобное, или там вот простудилась, или все. И даже не надо много, чтобы оно не работало хорошо. Так что надо очень-очень следить за собой и быть очень дисциплинированным. Сейчас, когда уже сопрано, когда весь репертуар тебе подарен, открыт, ты можешь выбирать, почему ты не любишь и не хочешь петь травиату? Ведь такая твоя роль. По энергетике, по... Да, ну кто ж поверит, что я от этой болезни, там, туберкулеза, что мне умирают. Они же все бывают очень... Ну, не обязательно. И да, ну это как уже прошло уже время. Я могла бы наверняка, если бы это было где-то, ну, не знаю, 15 лет назад или что. А там я была еще меццо-сопрано. Но когда я была, училась в Вильнюсе, и у нас вообще не было такой моды, чтобы учить партии на итальянском, это была какая-то перверсия. А я выучила травиату, Виолетту выучила на итальянском. Я все перевела себе на литовский, чтобы знать, о чем там речь идет. И все научилась, но потом так и не спела. И мы только поем с моим мужем дуэты из травиаты. Это... Альфредо и Виолетта поют дуэт Альфредо и Виолетта. Это замечательное сочетание. Да, сейчас как раз об этом скажу. Но я там так тоже как запою, так кажется больше валькюра, чем одна, которая помирает от туберкулеза. Скажи, а вот я знаю твое отношение к примадоннам, ко многим коллегам, которые выкидывают эксцентрические номера, но умеешь ли ты то, что сейчас говорят современным языком, включить примадонну? Вот сказать, я Виолетта Урмана, будет так и никак иначе. Развернуться и уйти, если что-то тебя категорически не устраивает. Для меня это тяжело всегда. То есть, если я хочу какую-то проблему решить, я все-таки иду таким нежным способом, mm-hmm. пока возможно. Но если нет, я иногда тоже серьезно уже была... как это слово русское? Когда... Которое? Арабьята. В ярости, да? В ярости. Mm-hmm. Я была тоже в ярости. Но я каждый раз как-то... Каждый раз мне потом так плохо было как-то. Я не знаю. Я вот так не очень могу. Mm-hmm. Виолетта, а сейчас говорила про Вильнюс. И я подумала, ведь ты же жила в Литве, когда все это еще было государство, которое называлось Советский Союз. Да. Как тебя воспринимали на Западе все-таки? Никогда ведь не воспринимали как российскую советскую певицу. Тебя сразу воспринимали как уроженку Литвы, но певицу мира, да? Вот не было этого ощущения. Да, это так. Я к чему веду? Ведь у тебя же потрясающий получается русский репертуар в романсах, допустим. Потому что оперного репертуара русского и вот такого нет, да? Пока. Ну, и не была предвидится. Бы «Пик дам», но там тоже такая молоденькая девочка, и там все время тенор поет. Да, в «Пиковой даме», да. Мне бы нравилось тогда, если бы я больше пела, тогда, может быть, мне было бы интереснее. Ну, «Царская невеста» существует, опера. Но там уже меццо-сопрано или легкая сопрано, насколько я знаю. То есть вот таких очень... Или «Татьяна» было бы прекрасно. Там тоже молодая девушка уже не подходит. Что-то вы себе поставили столько ограничений. Да нет, тут не подходит. Чехоточная, тут молодая. Ну вот, да. Сегодня это очень трудно. И даже и голос уже не тот.
То есть не такой уж молодой голос. У меня уже там к Валькирии тянет больше. Вас все назад к Вагнеру, а я наоборот хочу, чтобы сейчас мы послушали Рахманинова. Романс «Здесь хорошо». Пожалуйста. Пожалуйста, у кого вопросы? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, давно ли вы выступали и давали концерт на своей родине? Когда это было последний раз? Спасибо. Я выступаю на моей родине где-то один раз в год или два раза в год. И в 2010-м даже три раза. Вы же уроженка Литвы. И гордость. Да, ну там ждут. Люди ждут просто и очень радуются. И... Я просто чувствую эту любовь, и это очень, очень хорошо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Виолетта, скажите, пожалуйста, есть ли роль, которую вы еще не сыграли, но очень хотели бы сыграть? Да, есть одна. Это была бы Леонора в Троваторе, но это уже поздно. У меня уже голос стал... Да нет, надо быть объективным. Надо знать, что мы можем и что нет. Так что надо знать, где твой голос чувствуется лучше. То есть я думаю, что вот я решение такое приняла, что с 2013 года я возвращаюсь больше к Вагнеру. Я уже пою из Тристана и Изольды. Изольды пою и очень люблю ее. И больше Вагнера буду петь. Там ощущение, даже что... можно подкрикнуть, а вот Верди уже не подкрикнешь. Там или... такой интеллект нужен, чтобы Вагнера петь. Такой вот труд, ну, да, это там... работа ума, чтобы петь эту очень музыку. Очень длинные партии, это там надо очень много учить, но это как-то больше релакс, чем петь итальянскую музыку. Запомните эту фразу от Виолетты Урмана. Вагнера петь больше релакс. Да. А кто знает, может быть, я уже потом вернусь еще вот от Учену спеть или что в Троваторе. Кто знает. Надо туда идти, куда тебя голос зовет. Нередко на алтарь искусства певица, артистка, примадонна кладет все. Личную жизнь, семью, любовь, общение с друзьями. Это практически очень часто так происходит. Но у вас есть рядом человек, который понимает вас,
любит вас, занимается тем же делом, и удивительное совпадение имен, но так как бы дама с камелями, но наоборот, тут Альфреда и Виолетта, и все удачно сложилось. Поэтому я сейчас с радостью приглашаю в эту студию вашего супруга Альфредо Нигро, который согласился сегодня для нас, для всех спеть. Пожалуйста, встречаем Альфредо Нигро. Анжелика Бельта. Браво! Браво, браво! Браво, Альфредо! Сидите con noi, Альфредо! Grazie. Grazie mille. Альфредо, quello che avete pensato per quando vedere per prima volta questa donna in sua vita? Io la conoscevo già da prima di fama, appunto. Quando poi l'ho vista di persona ho detto è realmente una regina questa donna. Grazie. Eravamo alla Scala comunque, al teatro alla Scala, per Ifigeni, e ci siamo incontrati lì. Ви познакомились в театре «Ла Скала»? Да, на продукции открытия сезона 2002 года «Ефигени Онолид», Глюк. Sei preoccupata per lei quanto quanta? Sì, è normale, quando si ama una persona si è sempre... Ma anche, non solo quando si tratta della propria moglie, ma quando si amano le persone in genere. E si è sempre preoccupata, anche dei colleghi ci si preoccupa che vada per il meglio. È come una grande famiglia il mondo dell'opera, ecco.
Almeno per me così, conosco per gli altri. Я очень благодарна, что вы оба пришли. Я очень благодарна, что Альфредо согласился спеть для нас. Но под конец я все-таки предлагаю насладиться и послушать «Ль форца дель дестино» – «Сила судьбы» Верди в партии Леоноры Виолетты Урмана. Пожалуйста. Я недаром так говорю, потому что вы лучезарный человек. Вы не просто великая артистка, вы лучезарный человек. Вы излучаете доброту, тепло. Соле questa donna. Sì. Соль della Lituania. Да, это сомнительно. В Литве много солнца? Литовское солнце. Дождь все время. Потому что и называется Литва. Литва. Да. Спасибо вам огромное, что вы пришли в гости ко мне в студию программы «Нескучная классика». И, конечно же, мы все ждем, несмотря на то, что вы очень осторожны, выборочны, мы ждем новых встреч с вами и с Альфредо Нигро, конечно. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Великий дирижер Рикардо Мути сказал о Виолетте Урмана: она не сопрано и не меццо. Она выдающийся талант с голосом необыкновенной красоты и возможностей во всех регистрах. С вами была Сати, «Нескучная классика».